Всем привет! Меня зовут Маша Мизерницкая, я специалист по поведению собак, и сегодня мы поговорим о породе далматин с точки зрения владельца такой собаки и с точки зрения специалиста. Какой характер у далматина? Ну, далматины, они супер дружелюбные. Ну, любят тискаться, не знаю. Да, любят... он не может быть один. Он да. Как бы очень любит... Любит спать с нами. С хозяином, да. Да. Ну, или просто лежать, сидеть, не знаю, на ручке, как кошечка. Да, как кошечка может себя вести, может запрыгнуть на тебя, пойти облизывать. В общем, он супер френдли, дружелюбный хиппи пес такой. Типа, только chill и love. Далматин относится к так называемым инфантильным породам собак, и поэтому действительно его ориентированность на человека можно трактовать как дружелюбие и любовеобильность. Это действительно правда. Если собака не может оставаться дома одна и демонстрирует какие-то симптомы, вроде того, что она портит вещи, или воет, или как-то еще демонстрирует свою тревогу, скорее всего, мы имеем дело со страхом одиночества. Сильно ли привязывается далматин к хозяину? Он, в принципе, всех людей любит. Да, любого может... прохожего он будет ему махать хвостом и облизываться. Ну, вот, привязанность... Поэтому трудно сказать. Да, ну, конечно, хозяин отличается. Потому что мы часто уезжаем, оставляем его там с братом, он в целом ведет себя нормально. Ну, не ноет, не скулит. Главное, чтобы кормили его. Продаст мамку за колбаску. Да, далматин действительно ориентирован на... людей, и ему проще вступать в контакт с людьми, чем, например, хаски или какой-то другой аборигенной породе. А такие собаки, как далматин, они поздно взрослеют, дольше остаются детьми, больше любят играть, и поэтому с точки зрения того, насколько эта собака может устанавливать контакт с человеком, можно расценивать это как привязанность. Много ли активности требует эта порода? 24 часа 7 дней в неделю. Да, требует много вообще активности, конечно. Он суперактивный прямо. Иногда, когда он был поменьше, сейчас поспокойнее стал, не было времени сесть за работу. Он постоянно требовал внимания. Да, действительно, далматин – это крупная активная собака, которая требует определенных нагрузок, прогулок, но при этом очень важно эти прогулки продумывать тщательно. То есть это должны быть не только физические нагрузки и, например, беготня за мячом, но также и интеллектуальная или умственная нагрузка. Чаще всего с далматинами очень приятно и интересно заниматься, потому что благодаря своей породной предрасположенности к контакту с человеком далматин очень вовлекается в процесс занятия и радуется тем или иным нагрузкам их ума. Но тут очень важно помнить, что если будущий владелец далматина выберет какой-то некорректный способ воспитывать собаку или будет обращаться с ней грубо, то это может отбить же все желание заниматься. И даже самая предрасположенная к взаимодействию собака может разлюбить это занятие. С какими проблемами воспитания можно столкнуться? Ну, конечно, сначала он кушал всякий мусор на дороге. Потом как-то со временем он учился, но недавно он подобрал крысу дохлую. Да, бегал с дохлой крысой во рту. Он ее подкидывал прям так. И тусил с ней. Вот такая. И кровь брызгала. Да, и кровь брызгала. Вопрос подбора земли – это вопрос комплексный. Как правило, это тоже зависит от состояния здоровья собаки и от состояния ее эмоционального, то есть в стрессе собака или нет. И поэтому просто запрещать это делать может быть не очень эффективно. И стоит, во-первых, узнать, что происходит с собакой с точки зрения ее состояния, и начать практиковать поиск лакомств на улице. Это может быть хорошей профилактикой подбирания нелегального. Есть еще что-то, что может быть полезным будущим владельцам? Во-первых, нужно помнить о том, что это действительно крупная активная собака, поэтому не стоит доверять прогулке с такой собакой маленьким детям или пожилым людям, потому что может быть достаточно сложно удержать его на поводке. И помнить о том, что это собака, которая требует внимания к себе, которая требует нагрузок. Надеюсь, вы узнали что-то новое о породе далматина. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся. Пока. Всем респект. Гав-гав.